Тем временем, изменение климата может серьезно ударить по туриндустрии в Европе, говорят специалисты. Они считают, что все больше отдыхающих будут выбирать центр и север континента в самые жаркие месяцы года, в ущерб югу, где все чаще регистрируют аномальные температуры. По прогнозам экспертов, эти районы будут принимать больше путешественников во время прохладных сезонов. В этом году южные страны Европы пережили аномальное лето. Необычайно жаркая погода в Италии спровоцировала лесные пожары. По этой же причине властям пришлось эвакуировать десятки тысяч туристов из Родоса и Корфу. Сильные наводнения затопили юг Австрии, Хорватии и Словении. Пока Европа остается самым посещаемым регионом планеты. В прошлом году европейские страны посетили около 600 миллионов туристов.